Пангура, разумеется, вот видишь, вспоминаю. Мудир левой ногой бьет, перед собой отбивает. Вот это развязка! Сергей Черник, и за 24 секунды, если арбитр будет точен до секунды, до окончания компенсированного времени, Динамо сравнивает счет. Пускай будет карточка за снятую майку. Вот это его не волнует. Какие снимки, какие кадры. Вот это развязка. Да. Динамо с 1-3 спасает матч. Вот эта концовка. Спрашивается, чего Динамо столько времени ожидало. Почему только пропустив два мяча, команда пошла вперед. Но ведь вопросы и к Батэ.